поселке Жемчужный очередной скандал с котельной. Люди задыхаются в своих квартирах в прямом смысле этого слова. Кочегарка находится всего в нескольких метрах от многоэтажки в первом микрорайоне. Грохочет и лязгает в круглосуточном режиме и отравляет воздух. Жители поселка Жемчужный вот уже несколько лет ведут войну с местной котельной, но не из-за температуры в квартирах, а из-за гари, дыма и шума. Труба в паре метрах от многоквартирного дома устраивает местным настоящую душегубку по-черному. Масло в огонь в эту историю добавляет и то, что тепловой узел дымит и зимой, и летом. Поддерживает санаторий. Белого света люди не видят круглый год. А тем временем жители дома даже не получают горячую воду от котельной. У всех свои водонагреватели. Днем и ночью шум вот с этого производства, скажем, с этой кочегарки. Раньше, ну, скажем, когда во времена, наверное, застоя или в прошлом веке, вода была горячая у нас с этой котельной, мы как бы терпели. Получается, дома не открыть окно, ничего, потому что, ну, это кошмар какой-то. Шум одно, и плюс еще теперь добавилась проблема сажи. Живу на четвертом этаже, окна выходят сюда. Ну и иногда встанешь и думаешь, что такое, стекла грязные, между окнами грязь. Я уже перестала убирать, потому что сил нет никаких, жду весны. Потом надо кого-то приглашать, чтобы мне помыли окна, и может их пригласить. Так вот у меня первый этаж. Я принимаю всегда первое все. Сегодня уже вышло немного, знаете, отгребла вот этот снег, чтобы эту сажу черную было видно. Полы приходится мыть по несколько раз в день, окна лучше не открывать. Вся копоть из трубы летит в жилище и плотным грязным слоем оседает везде, где только можно. О проблеме в местной администрации знают, несколько раз судились и выигрывали, но за стол переговоров с тепловиками так и не сели. Людям окна не открыть, а если вот открывает, все, что с трубы падает, все попадает в квартиры жителям и так далее. Отсюда грязь. Ну, на сегодня у нас курорт – это наша здравница. И мы должны, как бы, и я в том числе, должны соблюдать чистоту. На сегодня вот с этими ресурсоснабжающими организациями, с этой конкретно, этого достичь не могу. Ресурсоснабжающая организация топит чем попало. Оборудование не обновляет. От этого проблемы, сетует глава Жемчужного. Руководство дымящей и ревущей кочегарки ждет очередной суд. Николай Кацин уверяют, если не одумаются, 9 марта соглашение с тепловиками разорвут.